Здесь Гэнгл и Зубл и Королёр, Рогата и Джекс также помни. В предыдущей серии инопланетяне помогают друзьям познать их богатый внутренний мир. Но им никто не верит. Это уже обычай. Просить. Я бы сказал, ритуал. Главное, им почти никто не верит. Тем временем их уже поджидает кавайный джедай в овальном кабинете в ЗАГСе. Тем временем джедай рассказывает всю правду о том, что случилось с Мусиевальдемом. Тем временем Равиль ответит на главный вопрос. Почему именно Равиль? Требуется помощник. Мой папа может очень быстро на совещании расположить к себе хоть 100, хоть 1000 людей. Заткни! А это что? Мультик. Знаете, вы не блогер. Блять, не тем и нет. Антон, давай про Антон. Зачем нужны нептемии, когда есть Прантон? Хотя мне теперь одни древние греки снятся. Плывут, плывут куда-то на своих кораблях. Это Илиада виновата. Ого, ты вместо своего журнальчика Гомера читаешь? Приходится. Я же хочу стать красивенькой, а без Гомера никак. Так волшебное зеркальце сказала.